Эти гребаные кирпичи настолько в 3D, что упираются в мои глазные яблоки. Первым делом расхреначим дерево. Еще. Еще. Слишком много. Чтобы продолжить игру, Википедия говорит, нам потребуется картонная коробка под названием верстак. Чтобы создать верстак, нам необходимо 4 доски. Все лишнее выбрасываем, оставляем только нужное. Как видим, Википедия нас обманывает, потому что я получил хрень непонятную. Даша, как сделать верстак? А, спасибо. Из надежного источника мы узнали, как делается верстак. И для этого нам потребуется еще немного дерева. После долгих мучений мы можем сделать себе супер офигенную кирку. Да, блин! А теперь выбьем заплесневевший черной плесенью кусок стены. Вы спросите, зачем? Да просто так! У меня аллергия на плесень. Мой агент подсказал мне, что с этой хренотени можно сделать факелы. Взгляните, что здесь только есть. Этот коричневый доисторический кал еще со времен палеолита. Именно то, что мы искали. Сделав божественную железную кирку и изрядно запавшись факелами, я спустился в самое темное подземелье. Меня огорчил тот факт, что я нашел еще один вид бесполезной плесени. Нахрен ее! Гори в аду! Спустившись далее, я обнаружил небольшие залежи закаменелой мочи. Когда я решил сварить из них пиво, у меня нихуя не вышло. Оказалось, это ядрить его масло. За государственным стандартом такое масло должно пройти термическую обработку. Если вы нашли голубоватую хрень, вам повезло. Вы можете проверить миф о термостойкости алмазов. А? Никакого мифа не существует? Если вы увидите такое существо, бейте его со всех сил. Не смотрите ему в глаза. Я в фильме такое видел. Убейте его, пока оно вас не убило. Быстро достаньте деревянную палку и всадите ему в грудь. А, черт. Этот гаденыш намного опаснее, чем я думал. Если вам не нравится масло, взрывайте! Алмазы не лучшие ваши друзья? Взрывайте! У вас аллергия на плесень? Взрывайте! Не удалось построить механизм? Взрывайте! Хотели покончить жизнь суицидом, но не удалось? В Майнкрафте все возможно! Взрывайте! И еще одно. Эти хрены убрали из Майнкрафта кнопку выхода. Но я вижу только один выход. Взрывайте! Я создал тебя, ты! Ты свет собой!